Здравствуйте. А можно задать вам несколько вопросов? А? Можно задать вам несколько вопросов? По поводу... Ну да, и снять вас. Да, мы хотим для нашего YouTube-канала, если не сложно. О, ура, вы первый. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Я с Казахстана. Давно приехали в Москву? Не так уж и давно. Ну, недавно, да? Ну да. И как нравится вам здесь? В плане? В Москве вообще, как люди, как атмосфера? Ну да, лично такой красивый город. А почему решили вот в Москву именно? Ну, я сначала хотел увидеть Москву, а потом получилось, что надо остаться. Ну, в принципе, понравилось, остались, да? Ну да, понравилось. Пока что здесь нахожусь. А вообще, если был выбор, вот куда бы хотели, в США или в Россию? То есть, куда бы хотели поехать жить, работать? Я думаю, что в России безопасно жить. Безопаснее? Да. В Америке хорошо там как бы зарабатывается, но... Вопрос остается о безопасности. У вас там никого нет в США? Есть. Там брат, да? Есть, да. Брат? Да. И говорят, что... Он в Вирджинии находится. Ну, говорят, хорошо, но... То есть зарплата хорошая? Да, зарплата хорошая, но в плане безопасности там чуть-чуть. Они так ходят, оборачиваются, скажем. Так. А здесь бывает так, что останавливают, там спрашивают документы? Ну, скажем, более-менее. Но бывает, есть, да? Но бывает, да. Добрый день. А можно задать вам пару вопросов? А вы откуда? Узбекистан. Узбекистан? Да. А как вам в России вообще? С Россией? В целом. Да, хорошо, Россия. Нравится? Да, конечно, будем. Никаких неудобств не испытываете? Нет, все нормально. Ага. А не думали об эмиграции в США? Наша компания просто помогает людям из СНГ переехать в Соединенные Штаты. Помогать. У вас нет знакомых в США? Нет. Не хотели бы туда переехать? Не знаю. Вы откуда? С Таджикистана. Давно в Москве? Ну да. Уже пару лет, да? Ну, даже пять лет. Ну, все нравится? Ну да, устроит. Почему в Россию решили приехать, а не в США, а не в Европу? Ну, потому что наши родственники уже половина здесь. Давно они как бы живут. В США нет родственников? Ну, тоже есть. Тоже есть? Да. Не планируете туда переезжать? Пока нет. Там. Ну, а какие у вас представления о этой стране? На там. Какой? США? США, да. Ну, я не представляю пока, как бы не был там из-за этого. Здравствуйте. Как у вас дела? Не хотите на пару вопросов ответить? Вы откуда? Из Узбекистана. Давно в Москву приехали? Да. Как вам здесь нравится? Ну, конечно, нравится. А почему в Россию, почему в Москву? Был выбор куда-то еще поехать? Ну, если это получается, надо на Турцию ехать. В Турцию, да? Да. Да, это YouTube-канал. Какой канал? Мигрант Медиа. Вопросы такие, простые самые. Вы откуда? Узбекистан. Узбекистан. Да. Давно в Москве? Недавно, 18 апреля. Как вам в Москве нравится? Нормально, нормально. То есть люди вроде доброжелательные, да? Хорошо в Москве. А если бы у вас был выбор, вы бы хотели жить в России или в США? Или в Штатах? Конкретно я говорю США. В США, да? Да. У вас там есть какие-нибудь родственники, знакомые? Нет, нет. Ну, а почему в США именно хотите? Есть какое-то представление такое вообще, да? Чем США красивее? Да. Да. Зарплата Европа, выше, да? Да, Европа. Нет, не только зарплата, Европа, да. Здравствуйте. Можно пару вопросов вам? Какой вопрос? По поводу миграции в Штаты, как вы относитесь? Отношусь хорошо. А как вам в России здесь? Нормально. Нормально все? А вот если бы вы выбирали, где лучше жить, в Америке или в России, где вам? В Америку, конечно, в Европу. У вас знакомые есть там кто-нибудь? Да, есть знакомые. Ага. А не хотели бы? Друзья есть. Отлично. Не хотели бы переехать? Проеду скоро. А вы скоро поедете, да? То есть вы уже обратились в какую-то компанию, они вас направляют. А не подскажете, по какой программе? Виза, либо уже убежище? Виза? По туристической визе, да? Ага. А там будем дальше там работать. Так, здесь так. Ага, я понял. А когда уезжаете примерно? Ну, не знаю, через план.